Добрый вечер. Здравствуйте. Очень радостно сегодня видеть вас здесь. Несмотря на то, что воскресенье и у всех законный выходной, тем не менее вы променяли его на общение с нами. Нам это очень льстит. Большое спасибо, что пришли. Этот замечательный клуб. Да, пока наш клавишник подключает телефон, мы можем, в принципе, начать без него. Композицию, с которой мы хотели начать сегодняшнее выступление, ее написал один из самых величайших ныне живущих джазовых саксофонистов и композиторов Уэйн Шортер. Композиция называется «Witch Hunt». Thank you.
Большое спасибо. Итак, эта песня называлась «Witch Hunt», и, мне кажется, она создает неплохое настроение, передает атмосферу, ну, в общем-то, любую, да, атмосферу праздника и веселья, предновогоднюю атмосферу. Следующая композиция, которую мы исполним для вас, она авторская. Называется она «Keep Moving». Слава удивлен чем-то. Ну, ничего страшного. Thank you.
Thank you.
Большое спасибо. У меня есть вопрос к нашему барабанщику. Давид Сагоманян с барабаны. Ребята, этот человек просто герой. Сейчас после концерта я возьму ножницы и бумагу и вырежу ему медальку, потому что человек просто практически за сутки выучил не самую простую программу. Пожалуйста, Давид Сагоманян. Следующую композицию, которую хотел бы исполнить, называется «Little Sunflower». По-русски она звучит как «Литр Sunflower». Да, ее автор – один из самых выдающихся джазовых трубачей за всю историю, но это по моему скромному рейтингу. Это Фредди Хаббард, и мы с удовольствием сыграем ее для вас в своей немножечко измененной аранжировки, но мы же не можем просто так сыграть, мы обязательно должны что-то изменить. Такие уж мы люди, да. Thank you.
Thank you.
Большое спасибо. Сергей Корчагин, бас-гитара. Следующая композиция, опять же, будет авторская. Ну да, сейчас же еще. Называется она T-Bone Sound.
Большое спасибо. Мы хотели бы продолжить с композицией нашего и вашего, я надеюсь, любимого композитора Уэйна Шортера, композиция, которого мы начинали свою программу. Эта песня называется «Speak No Evil», и она является самой любимой песней нашего барабанщика Давида. Неожиданно стала сегодняшнего дня самой любимой. Я надеюсь, она понравится вам тоже.
Thank you.
Сегодня для вас ломал барабаны практически в самом центре Москвы Давид Сагомонянс. Электрогитара Евгений Попбожий. Бас-гитара Сергей Корчагин. Вячеслав Быстров. Клавиши, рояль. Продолжение концерта небольшого. Скажем так, у нас осталось немного вещей, которые мы хотели бы показать. И следующую композицию я бы хотел сыграть в память об одном человеке, который совсем недавно ушел от нас. Это потрясающий барабанщик из города Новосибирска, Владимир Кирпичев. Сегодня, не ошибаюсь, в 40... А, нет, 54 года было человеку. Великолепный барабанщик, и тем не менее жизнь продолжается, и композиция Телониуса Монка, точнее вариация на композицию Телониуса Монка «Round Midnight». Ребята психанули, по-моему. Thank you.
Большое спасибо. И мы бы хотели завершить наше выступление композицией, которая, премьера которой состоялась. Ну, я не про ту премьеру я не буду говорить, я расскажу про другую, более приятную. Она была на Международном фестивале молодежи и студентов в городе Сочи в Олимпийском парке. Мы с этой композицией уже, я могу так сказать, начали прокачивать Олимпийский парк, но надо же с чего-то начинать. Та композиция новая, свеженькая, с пылу с жару, тем не менее, да. Композиция, которую мы сыграем сейчас, она авторская, называется «Fatso». Thank you.
Огромное спасибо. Сегодня для вас совершали это чудо. По-другому я это назвать не могу, потому что действительно чудо, когда музыканты буквально за сутки. Нет, вы поймите меня правильно, я сейчас не оправдываюсь. Все хорошо. Давид Сагаманян с барабаны. Герой. Евгений Побожий, гитара, да. Тоже герой. Сергей Корчагин, бас-гитара, тоже герой, несмотря на то, что басист. И, конечно же, тоже герой под красным флагом Nord Stage 2, Вячеслав Быстров, клавиши рояль. Меня зовут Сергей Долженков, я дул сегодня вот в эту штуку. Большое спасибо, что сегодня были здесь. Очень приятно было видеть всех, приходить сюда каждый день. Можете даже отсюда не уходить, здесь все равно всегда очень круто и всегда всем рады. Большое спасибо. Увидимся.